Ух, здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы скоро будем уже заканчивать историю Артура Моргана в Red Dead Redemption 2. Осталось всего две серии в четвертом сезоне. Потом сделаем перерыв на пару недель и будем проходить пятый сезон. Там будет эпилог уже. Короче, у нас единственный выбор — это Чарльз Смит, дела индейцев. Показатели у нас все желтые, я тоников напился всяких. Но правда, желтые они временно, потом они станут белые. Мне нравится желтый цвет. Короче говоря, банда дальше начинает разваливаться. Пастор Солнцем ушел из банды, разочаровавшись Датчем. Я думаю, что уходит и не только он. О, Артур. Спасибо, что пришел. Вождь, очень... Можешь поговорить с ним? Я для этого и пришел. Я подожду здесь. Да ладно, вы чё? В смысле, а чё у меня с глазом-то, Аля? Ну-ка, давайте-ка вы... Короче, что-то глаз у меня сразу же спал. Странно, как-то я же отдыхал. А, это нельзя использовать. Я такое чувство, что у нас нету предметов, которыми можно усилить глаз. У нас вообще нету таких предметов. Ладно, потерпим как-нибудь. Не знаю, почему глаз спал. Заходите. Мистер Морган. Я так рад, что вы пришли. Как вы? Мой сын. Мой сын глуп, но... Он все равно мой сын. Я немного знаком с вашим сыном. Он очень храбрый. Очень рассержен. Он, это я. Как ваш отец? Он давно умер. Но за свою жизнь успел много вреда нам причинить. Мой сын, возможно, тоже желает моей смерти. Да не, не думаю. Мне нужен мир. Мне нужно, чтобы мой народ мог жить, ничего не боясь. Я всю жизнь пытался добиться мира. Но я люблю своего сына. Его повесят за измену. Измену. Он сын вождя гордого народа. Как он мог стать изменником? Другие люди обманывали мой народ 100 лет и больше. Вот это измена. Ну, что мне делать? Не думаю, что у полковника Фейверса удастся убедить. Не, те шансы, которые у нас были... Ваш друг, мистер Вандерлинд, позаботился о том, чтобы ваши отношения с военными окончательно испортились. Я уверен, что у него благие намерения, но он не понимает, в какое сложное дело ввязывается. Мы с Чарльзом попытаемся спасти вас, вашего сына. Нет. Да-да-да. Мне терять нечего, а вам... В общем, я сделаю это. Чарльз, ты где? Пошли. Ой, простите. Нам нужно вернуть его сына. Только я, правда, не знаю, как. Я думал уже об этом, и у меня есть идея. Поехали. У меня сразу спали эти показатели. А мне нечем их поправить.
Солдаты патрулируют все главные дороги и мосты. Но если нам удастся переправить... Там есть один путь, но нужно дождаться темноты. Есть одно место, через которое мы и пройдем. Ладно, как скажешь, я тебе доверяю. Никаких пушек, только ножи и лук со стрелами. А то парня убьют раньше, чем мы явимся туда. Ниже по течению пройдем, на всякий случай. Ладно, окей, окей. Знаешь, всего бы этого не случилось, если бы не дача. Дело не совсем в датче. Мы все на это согласились. Он увидел, что парящий орел пылает от гнева. Он помогает не племени, а самому себе. Чего ты так решил? Но иначе он не пошел бы туда. Просто я думаю, что должен быть способ все уладить. Избавить дача от этих его мыслей. Ну и... В общем, лично мне падающий дождь по душе. Падающий дождь оказался в сложной ситуации, а дач... Надо пытаться. Самое малое, что я могу сделать для него. Чувствуешь? Ветер принес дождь. Знаю. Слушай, Чарльз. Если все пойдет плохо, ты просто спасай себя. Тебе есть что терять. Да перестань, не начинай вот с этого. Я тебе еще не говорил, но... Я ходил к доктору. У меня туберкулез. Скоро будет хуже. О, Артур. Мы можем в любой момент умереть. Мы едем освобождать сына индейского вождя из военного форта. Мы оба можем умереть сегодня ночью. В каком-то смысле. Такое знание – настоящий дар. В каком-то смысле тебе повезло даже. Мне так совсем не кажется на самом деле. У тебя еще есть шанс все исправить. А у остальных? Кози, Лени, Шоны и у всех, кто погиб, у них не было. А Каландеры? Они оба погибли, когда мы пытались выбраться из Блэквотера. Парочка самых злобных в мире. Больше нечего про них сказать. Может быть, тебе повезло. У тебя есть шанс что-то исправить. Похоже, именно поэтому сейчас мы и здесь. В любом случае, соберись, мы скоро будем на месте. Ты в порядке? Да, вроде бы. Здесь сильное течение. Следуй за мной. Черт, ты был прав насчет дождя. Да. Но это поможет нам туда пробраться. Падающий дождь сказал, что после встречи с полковником Фейверсом мимо отомстили. Убили нескольких женщин, побили стариков. Ублюдки. Да, ничего хорошего ждать не придется от них. Мы на месте. Так, вот тут хорошо. Давай спрячемся и подождем темноты. Сюда. Похоже, нам пора. Похоже на то. Давай не будем шуметь. Постараемся пробраться внутрь. Самое главное, чтобы они нас не услышали. Готов? Патрульный отряд. Надеюсь, мы уберемся до того, как они нас увидят. Впереди двое часовых. Возьми на себя одного, а я разберусь со вторым.
Отлично. Попробуем пробраться туда с другой стороны. Ближе к стене. Прямо над нами часовой. Ух, кажется, не заметил. Отлично, идем. Жди здесь. Притормози. Впереди еще двое. Один внизу, второй на башне. Каждый из нас берет на себя одного. Я возьму того, кто на башне. Отлично, осталось немного. Блин. Я думал, что если я его убью, то ничего страшного не произойдет. Ладно, извините. Так, попробуем еще раз. Будем убивать только тех, кого нужно. Остальных пока не трогаем. Так, впереди часовой. Можешь подстрелить его? Хорошо, быстрее сюда. Там еще один. Так. Давай ты, Чарльз, теперь. Готово, идем. По очереди будем убивать их. Еще двое, по одному на каждого. Отлично, пошли. Подожди здесь, я башню проверю. Идем, все в порядке. Приди часовой. Теперь моя очередь. Отлично. Показатели, кстати, в норму вернулись, я смотрю. После того, как я провалил задание в тот раз. Мимо охранников не проскочим. Поднимись на башню и постарайся отвлечь их внимание. Попробуй попасть стрелой в лампу под той лестницей и устрой пожар. Если заберешься на башню, ты наверняка попадешь. Да блин, я опять продул. Он меня часовой заметил. Сразу лук достанем, чтобы его застрелить.
Надо было сразу так делать. А я что-то не заметил, кстати, его. Так, какой из них? Так, пора спускаться. Опять я продул, да? Да что же ты будешь делать, а? А я думал, что стрелять пора. Зачем ты усложняешь себе жизнь? О! Артур Морган, Чарльз, это вы? Найдите ключи, вы должны вытащить меня отсюда. Мы вытащим тебя сейчас. Вот, ключи. Я реально забыл, что пока мы его не вытащим, нельзя будет шум устраивать. Ну уже, давай. Нас прислал твой отец. Мой отец? Он попросил вас убить охранника? Не, он не говорил. Все нормально. Конечно, я просто обожаю пытки. Они очищают разум. Да, как скажешь. Я в порядке. Я в порядке. А вот теперь пора стрелять. Тихо, мы не сможем отсюда ускользнуть. Зачем я в лошадиную жопу стреляю? Давай, двигай. Осторожно, там впереди. Осторожно, кто-то наверху есть. Хорошая пушка. С первого раза убивает. Идите сюда. Когда меня привели, я заметил дыру в одной из стен. Нет, ее уже заделали. Господи. Артур, разберись с этим. А без проблем, мы сейчас бомбанем ее и все. Так, отойдите подальше. Эх, пушка какая. Сработало, вперед. Бежим. Черт, они повязались за нами.
Капец. Скорее, 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 мы сейчас проиграем. Бежим. Каноэ рядом. Они уже близко, Артур, сделай что-нибудь. Черт побери, убили. Да тут спрятаться было негде. О нет, моей лошади нужна медицинская помощь. Подстрелили, подстрелили. Скорее, скорее, лекарство, лекарство. Прошу тебя, вставай. Вставай, вставай, пожалуйста. Дружище. Что? Что? Как сесть с нее? Как в нее сесть? Скорее, скорее. Как и дальше сказал. Надеюсь, они не убьют лошадку мою. Короче говоря. Это я уже не со второй попытки это прохожу. Это я, наверное, это я шестой про... Четыре раза меня убили. Один раз лошадь мою подстрелили. И пока я ее лечил, Чарльз со Смитом удрали. Они по лошади стреляют, зашибись. Что если они лошадь мою убьют? Что я делать буду? Надо было, наверное, отпустить ее. А, и они повсюду. Они сверху где-то. Они в меня стреляют, а я не могу в них стрелять, потому что я не знаю даже где они. А еще я не могу меткий глаз использовать, потому что он на нуле. Они попадают по мне с легкостью, а я не могу в них попасть, потому что, во-первых, я голову. Потому что я голову туда понять еще не могу. Лодка моя затонет и все. Еще двое слева. Ух, какое сложное задание. Джона вытащить из тюрьмы. Задание сложное было очень. Парящего орла из тюрьмы вытащить тоже сложно. Побег из тюрьмы очень сложно в этой игре. Вроде оторвались. Идемте. Все нормально? Да. С меня как с гуся вода. Как ты? Через пару дней приду в себя. У меня быстро все заживает. Полковник Фейверс не обрадуется моему освобождению. Нет, конечно, но у нас будет еще больше неприятностей. Мой отец, возможно, драться придется даже ему. Вам их не одолеть в большой битве. Может, вам просто всем сбежать? И куда же мы отправимся? Не знаю. Друг, я отведу тебя к отцу. Спасибо. Да не благодари. Посмотрим, что у нас там на карте. Во-первых, нам холодно. Карта, открывайся. Мой последний сын, понятно. А моя лошадь далеко? Наш друг жив. Наш друг жив. А если бы конского зелья у нас не было, он погиб бы точно в этой перестрелке.
Ты хорош, умеешь выживать. Вот это я понимаю, лошадь настоящего бойца. Ладно, поехали в лагерь, к дачу. Встретимся там. Чик-чик-чик. Так. Думаю, надо бы передохнуть сначала. Глаз себе восстановить. А уже потом идти на следующее задание. Спать, 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 спать. День. Да, вид у Артура нездоровый. Конечно. Кто такой Кейн? Я исполнил свой долг. Да, знаю, знаю, ничего не говорю. Окей. Почему эти двое здесь? Старые приятели Микки, они вошли к нам в лагерь. Нам понадобится больше людей. Клит и Джо умеют драться. Хорошо, что я на них наткнулся, не так ли? Дач, что происходит? Что происходит с нами? Что происходит с тобой? Прояви немного уважения. Что-что? Мистер Вандерлинде! Мистер Морген! Чарльз! Они пытались убить моих людей из-за нефти. Из-за нефти. Сегодня мы выдвигаемся вновь. Поехали со мной. Выходи вместе на бой. О, мне нравится твоя смелость. Очень красиво. Стойте! Остановитесь! Сын мой! Мой последний сын. Не делай этого. Когда я был в твоем возрасте, я сражался. Я видел смерть. Я убивал. Тех, кого я знал, убили. Моего первенца. Твоему брату разбил голову пьяный солдат. Моей жене перерезали горло. Я заключил мир. Я знал, что доверять им нельзя, но у меня не было выбора. Может, ты и прав, конечно. Может, медленная смерть хуже, чем быстрая. Возможно, это плохие люди. Возможно, они пришли к нам из мира, в котором мы не выживем. Но мы должны выжить. О, отец, ты устал. Не умирай ради гордости, сын мой. Мы многое потеряли из-за этого обмана. Небо, земля, вода. У них нет гордости. Они могут выдержать все, и мы должны выдержать. Мой единственный сын. Дорогой мой мальчик. Не принимай мою силу за слабость. Я твой вождь и умоляю тебя. Твои слова ничего для меня не значат. Не надо. Едем. Вперед. Стойте. Пожалуйста, не надо. Мистер Морган, пожалуйста. Вы же помогли мне. Мы говорили с вами. Это ловушка. Мой сын, мой народ. Они все умрут. Артур, ты помогал ему? Пожалуйста. А что? Чем ты еще занимался тайком от дачи, а? Че-че? Война окончена. Мы проиграли. Этих юношей уничтожат. Пожалуйста. Посмотрим, что можно сделать. Чарльз, кто еще со мной пойдет? О, Артур, я поеду с тобой. Может быть, узнаю, какие ты еще тайны от меня скрываешь. Ну и кто еще? Я.
Я тоже. И я тоже. Наверное. Итак, поехали. Чем ты еще занимался тайком от меня? Я пытался сделать так, чтобы не стало еще хуже. Очевидно, это не помогло. Зачем им нападать на нефтяные промыслы? Ты о чем? Это же идеально. Это ты придумал? Отчасти армия, правительство, промышленники. Они отняли у этих людей все. Разве ты не стал сопротивляться? Ты подписал им смертный приговор. Совсем как Джону, но мы его из тюрьмы вытащили. Эй, ты тоже прояви уважение. Билл, когда я перестану проявлять уважение, ты сразу же помрешь здесь. У меня был план, и он у меня все еще есть. Какой план? Какой план, Дач? Таити? Тимбукту? Эй, хватит, что это с вами такое? Где ваша преданность? Да, где? Спасибо вам, Хавьер, Билл. Прямо сейчас это не важно, как мы оказались в этой ситуации. Им нужна наша помощь, и у меня есть план, вот какой. Так что вы либо со мной, либо сами по себе. Потому что я устал от постоянных раздоров, и уже очень давно устал. А теперь вперед. У Артура чуть-чуть мигает спина, но уже не так сильно, как за прошлый раз. Смотри, впереди один из них. Ты в порядке, сынок, да? Парящий орел, ему нужна помощь. Им всем нужна помощь. Помогите ему. Пожалуйста, поспешите. Ну уже! А Мика не отправился с нами, кстати говоря. Мики с нами нет. Но, очевидно, там уже война настоящая началась. Это просто бойня. Им нужно помочь. Кто-нибудь видел парящего орла? Он там, по мостику идет. Ты получил, что хотел, Дач. Ты идешь, Артур? Я постараюсь спасти его. Он не сможет одержать победу сам. Если ты поможешь, то это отвлечет их внимание, и я смогу добраться. Ладно, пусть будет по-твоему, а все остальные за мной. Встретимся у фабрики. Поехали! Езжай с ним и постарайся им помочь. Лучше я попробую в одиночку. Мы поедем с тобой. Тогда начинаем. Поехали! Так, быстро, в укрытие, в укрытие, в укрытие, в укрытие! Ого, шляпа летит! Блин, у меня конь напуганный. Что мне делать? Но его никто не подстрелил, так что ничего страшного не будет. Кого-то подстрелили.
горящие мосты. Артур, вставай. Спасибо. Нам нужно уходить. Где мои люди? Мы видели какой-то бой возле фабрики. Туда Дач пошел. Скорее, туда. Мы должны спасти всех, кого увидим. Найдем остальных. А потом нужно будет отсюда выбраться. Так, сюда, в укрытие, давай. Так, наших индийских бойцов убивают одного за другим. Я должен на это смотреть, да? Правильный ответ будет нет. Зараза, я его даже не видел сейчас. Быстро выходим. О, ничего себе. О, пулемет, блин. Быстро, быстро сюда. Спрятаться-то тут негде. Пулеметчика убить надо, а я не могу высунуться. Я не могу попасть. Я могу. Только меня убьют сейчас и все. Быстро, быстро надо что-то сожрать. Лекарство, лекарство, скорее. Пей, 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 пей. Надо держаться в укрытии и стараться не вылезать из него слишком часто. Иначе застрелят быстро. Все? С этой стороны нет пока. Сразитесь с военными. Да ё-моё, еще военные. Меня военные убьют скоро. Ну-ка, а может динамит туда кидануть? А, у меня нет динамита. Ну, можно вот это кинуть еще можно. Пейта в опасности. Спасибо. Пейта, ты жив? Пока что да. Вперед, закончим с этим дурацким делом. Честь у нас высокая, честь у нас хорошая. Сюда, 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 давай, давай, давай. Так, надо в укрытие срочно, давай, давай. Не туда, не туда. Тихо, тихо, успокойся. Пожалуйста, успокойся. Вот это, дайте сюда.
Бочки, бочки, бочки. Вот из военных я никого не вижу, на самом деле. На радаре их как бы я вижу, но так... Я что-то не вижу никого. А, вот теперь вижу. Еще с задней стороны есть, но вот сзади я что-то не вижу тоже. Какое небо темное, ничего не вижу вообще. Так, еще на той стороне есть. Уложили, наконец-то. Ух, долгая серия, долгая, долгая, долгая. Получается... Как же любезно с твоей стороны к нам присоединиться, да? Он спас мне жизнь. Артур, да ты у нас герой, да? Просто обычный хороший человек, как и... Да что с тобой такое, Артур? Эй, я тебя не понимаю. Я перестал тебя понимать. Ах, да, сомнения, сомнения. Ладно, ребята, отведите того парня. Давайте покончим с этим. С чем? Ах, сомнения. Знаешь, почему я хотел, чтобы они напали именно на фабрику? Да, понятия не имею. Хавьер, бери и уходи. Я не уйду, пока не найду всех своих людей. Ну, как хочешь, остальные уходите. Я останусь с тобой. Это шанс исчезнуть отсюда. Нужно кабинет найти. Он наверху, на той стороне. Я бы уже там бывал, когда документы для Парящего Орла искал. Но другое дело, подсказывай. Что мы ищем? Деньги, тупица, мы ищем деньги. Тут облигации, штаты и много. Ты что, невнимательно слушал? У старины Корнуэлла был уговор с властями штата. Ему платили, чтобы он развивал вопреки федеральным властям, которые не хотят с индейцами воевать. Проблем. Значит, забираем это и уходим? И мы почти свободны, да? Да, если мы не ошиблись. Мы пережили самые тяжелые дни. Но прошу тебя, не сомневайся во мне. Обыщи все, они должны быть где-то здесь. Я тут бывал уже. Найду, пожалуй, наверное. Сверток купюр есть. Здесь есть деньги. Немного. Нашел. Нашел. Я их нашел. Это они. Облигации. Сколько? Они на несколько тысяч долларов. А может больше. Мы почти победили. Артур, мы почти достигли цели. Мистер Морган, возвращаемся домой. Да, я так понимаю, ты ради этого и пришел на эту фабрику. Ты это слышал? Джентльмены, мы пришли за вами. Это твой друг? Давай сюда, найдите и пристрелите его живо.
Бежим. Одного поймали. Белого. Дач. Помоги. Мне нужна помощь. Вот же остолоп-то, а? Идем. Ты много раз спасал меня. Отдать жизнь за тебя, значит исполнить долг. Да ладно. Нам нужно уходить. Ты. Ты бросил меня. Ничего подобного. Не дури. Они будут здесь с минуты на минуту. Джентльмен, у нас все получилось. Мы добыли много денег. Учитывая ограбление поезда, у нас теперь целая куча денег. Ну же. Все складывается как нельзя лучше. Все так, как я планировал. Я должен отвезти мальчика к отцу. Ну, как хочешь. В последнее время ты только это и делаешь. Пошли. Нам нужно вернуться в лагерь и подготовиться. Поехали. Я вернусь, как смогу. Я останусь с тобой. И я, разумеется. Я тоже. Нет, тебе не надо. Пожалуйста, там ничего хорошего не будет. Береги себя, Артур. Так, давай, пошевеливайся. Доставим его в Айпиде. Держись, дружище. Наши люди. Мы должны забрать тела. Мы сделаем это. Побереги силы. Мой друг, я сожалею об этом. Я очень сожалею об этом. Ты ни в чем не виноват. Знаешь, Дача. Мне кажется, что он тебя использовал. Он никому не помогает. Для него только важен он сам. И его безумные принципы. Мы взрослые люди, нас никто не заставлял. Возможно, я говорю не только о моих, но и о твоих людях тоже. Мы увидели, что он сошел с ума. И не поверили в это, но все равно пошли за ним. Все зашло слишком далеко. Ты видел, что творится в резервации? Лучше умереть в бою, чем от голода. Возможно. Вы не заслуживаете такой участи. Чарльз, ты в порядке? Не очень. Столько смертей, и вообще, и ради чего это все? Чтобы нам денег хватило? Сбежать от того, что мы сделали? Раньше был какой-то смысл. Была черта, за которую нельзя переступать. Мы даже помогали людям. А теперь это все в прошлом. Артур, пришло время нам самим свои силы использовать. Решать, что будет делать дальше. Клянусь, Дач. Дач просто стоял и смотрел. Если бы не парящий орел, то я бы уже... Знаю. Кажется, он превратился в человека, которым он нас всегда пугал. Может, он просто самим с тобой становится? Я уже не знаю. Просто чувствую себя одураченным. Эти деньги, облигации или еще что-то. Я не возьму с них ни цента. Слишком много крови на них. Давайте мальчика к отцу просто отвезем. Твой друг. Мой друг, он смелый. Бесстрашный и всегда таким был. Все это будет не напрасно, мы постараемся собрать больше людей. Многие готовы сражаться. Нет, все кончено для нас всех. Пейда. Да. Пейда. Брат, все хорошо. Побереги свои силы. Мы уже приехали. Смотри, парящий орел. Это сын вождя. Кажется, он ранен. О, нет, он ранен.
Артур, нужно поторопиться. А, я перепутал себя с ним. Куда ж я пошел-то? Несите его сюда. Мой сын. И ну и что нам теперь делать? Им точнее. Им придется уйти, причем срочно. Я останусь, помогу. Да, я тоже останусь. Не, мой друг. Ты нужен другим. Своим людям. Извините, но мы... Нам надо собираться и уходить. Вот так вот парящий орел. Погиб смертью храбрых. Артур спасал ему жизнь. И он пожертвовал собой ради него. Да ладно, опять. Ух, сколько же мы записали в этой серии, а? Интересно узнать. Пожалуйста, выпейте. Спасибо. Отдохните немного. Мне надо идти. Это та самая семья, которую отца у которых мы спасли в самом начале второго сезона, который нам благодарность за золотой слиток еще дал. Мой последний сын. Когда вы работаете на банду, половина прибыли идет на ее нужды. Вторая половина делится на между членами банды, принимавшую ее участие. Ладно. Следующая серия в четвертом сезоне будет последней. Также это будет последняя серия в истории Артура Моргана. Ладно, на этом все. С вас Ликос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.